Ситуация в банковской сфере на сегодняшний день. В общем, конечно, я благодарен вам, прежде всего, Павел Владимирович, вам за то, что в непростой, можно даже сказать, тяжелейшей ситуации в других государствах банковская система просто рушилась. Мы не просто удержали, вы не просто удержали ситуацию, но она более-менее способствует функционированию нашей экономики. Но давайте откровенно, экономика должна развиваться. Есть экономика, есть банковская система, есть банки, есть вообще сфера эта, и она жива. Если экономики не будет, не будет ни банковской системы, и у людей не будет денег. Поэтому экономика прежде всего. Без экономики не будет никаких финансов. Понятно, что должен быть разумный баланс. Понятно, что воздушных денег нет и не будет. Все это должны прекрасно понимать. Но, тем не менее, нужно изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики прежде всего.